Здравствуйте, друзья! У нас сегодня 12 апреля, день космонавтики. И я, собственно, вот вышел в эфир, на камеру вышел, чтобы вас поздравить. Вы скажете, а что это на тебе такое рыцарское? А у меня космонавтского шлема нет, а есть только рыцарский. Это как бы, имитация, можно сказать, имитация космонавтского. Давайте я его сниму, чтобы он мне не мешал разговаривать сейчас. Вот. Это просто подкладка, не то, что там как-то говорится. Да, значит, я хотел еще, поскольку праздник, Анна Леонидовна, где там моя кепочка была? Которая? Сейчас я, вот. Чтобы мне бы как-то цветовую гамму как-то соблюсти. Вот. Значит, можете называть меня Ротмистер. Так вот, к дню космонавтики, друзья, анекдотец. Ходит в гарнизоне, ходит замечательный анекдотец. В паспортном столе, знаете, стоит очередь, старый советский анекдот, стоит очередь на перемену фамилий. Ну и там любопытный мужик ходит и говорит, а ты чего вот это стоишь-то? А тот говорит, хочу на конце убрать ман. Говорит, понимаю, да. А ты чего стоишь? Хочу сзади добавить ов. Тоже понимаю, да. А ты чего стоишь? Он говорит, хочу сзади добавить авт. Авт. А какая же у тебя фамилия-то? Он говорит, Касман. Вот, так что, друзья, с днем космонавтики, и чтобы каждый из нас чувствовал себя как космонавт, когда ему захочется. Счастливо!